Добрых времени суток, уважаемые зрители, с вами Кемс 12, вы находитесь на канале Палка Нагибалка, и сегодня в этот зимний день, когда за окном, ну, лично у меня бушует метель, я хотел бы рассказать вам, ну, уже понятное дело, что речь пойдет о игре Dota 2, хотел бы рассказать вам о такой вещи, как рецепт. Недавно после обновления ввели вот такие вот, начали выдавать вот такие рецепты. Смысл рецепта составлять из количества, n-ного количества вещей, составлять одно, какую-то вещь получше. Ну, то есть здесь выпадает случайная вещь, вот случайный предмет, камон, одна штука. То есть, вот, выпадают разные эти рецепты, выпадают как камонные, так, понятно, ункамонные, рарные, легендари и так далее, мистикалы. Ну, кому как повезет. Также выпадают еще, как бы вам показать, вот такие вот штуки, вот сундуки, в которых также вот располагаются эти рецепты, так же, как, можно сказать, обычный сундук. Извиняюсь, немного приболел. Вот, допустим, такой мистикал, я не знаю, вообще ни разу не открывал, не донатил в доту, как-то мне это жалко, что ли. Не жмот вроде бы, но жалко немного. Пока что денег нет. Вот. И, в принципе, сегодня хотел бы и сам первый раз попробовать, и вам показать, и узнать, что же мне выпадет, какая у меня карма в жизни, везет мне, не везет. В принципе, давайте сделаем. Вот я уже вещи отложил. Ковка. Видимо, открывается у нас такая менюшка, довольно-таки красивая. Видим, вот тут рецепт в таком цветочке. Случайный предмет качества камон. Будет получен случайный предмет качества камон. То есть, случайный предмет. То есть, если у нас... Мы туда вложили фиговые вещи, ну, как бы фиговые, как-то так сумбурно звучит. Если мы вложили туда вещи не ахти, и нам выпала какая-то тоже вещь не ахти, мы не должны, у нас не должно бомбить по этому поводу. Вот. Видимо, тут написано рецепт. Видим дальше 4 слота. Слоты, количество слотов варьируется от вида рецепта. То есть в другом, в комонном рецепте нужно... Опять же, может быть 5 слотов и так далее, и так далее. Вот сейчас у меня 4 слота, нужно 4 комонные вещи положить, я уже их отложил. Положу вот те вещи. Никогда комонки, кстати, знаете, вот есть такая вещь, что люди думают, что когда они удаляют вещь, играют бой и выигрывают, то есть им какая-то вещь получше попадется. Ну, я не знаю, насколько знаю, это вообще бред полнейший. Ну, у меня, я комонки как бы не удалял, это... Вот, и у меня остались одинаковые вещи, я их сюда положу. Вот это на БХ меч, считаю, самый вообще неудачный на БХ. Просто мне бесит, некрасиво. Вот, применить. Добавить предметы к этому рецепту. Предметы восстановления, рецепт нельзя будет восстановить. Продолжить. Да, продолжить. Нажимаем. Вот у нас выпала какая-то штука, руки для лича. Ацепт, чепт, или как-то, не знаю, даже прочитать-то. Господи, а где же она теперь? Где? Где? А, вот она. Надеть весь набор. Ну, у меня только одна шмотка на лича. Так, подождите, она что-то не показывается. А, нет, показывается. Ну. Прям я даже не знаю. Ну, неплохо, по крайней мере, неплохо. Так, вот эту штуку мы куда-нибудь сюда кинем. Где тут еще один комонный, точнее, ункомонный рецепт? Ковка. Уже 5 вещей. Нужно каких-то 5 ункомонок найти. Так, я не хочу такие вещи некоторые. Вот, у меня есть одна ункомонка, которая у меня уже есть. А мне нужно 5, господи, как же мне насобирать. Так, блин. Тут какие-то, знаете, еврейские такие чувства открываются, все жалко очень. Вот этот фонарь на Варлока, я вообще... Не, на Варлоке играю, кстати, очень хорошо, но ну, как-то мне его не жалко. Потом плечи на оленя. Что здесь у меня еще есть из моего хлама? Что-то здесь так... А, нет, это не то.
Нет, меч я не хочу. Он командный лук. Вот, так, где-то здесь такой лук. Вот этот лук мне не очень нравится. Вот уже 4 вещи у нас есть. А, и последнее, так сказать, контрольное. Чтобы положить. На морфа. Нет, не хочу. Не хочу, не хочу. Нет, это тоже не хочу. Чтобы положить. Что серьезно, ничего нет положить туда. Ну, на морфа, да, возьму. Блин, морф не очень так для меня персонаж. Так, опять же, ковка. Ковка. Ложим это. Ложим это. 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 И вот это вот. Ну, сейчас, я надеюсь, ну, случайный предмет качества рары будет получен. Случайный предмет... Ребята, вот это класс. Я, кстати, не ожидал, сам не знал. Ну, давайте. Что? Что? Да, я хочу. Что? Да, волосы. О, вот. Вот это. Вот это. Вот. Прям вообще. Да. Нахрен шляпу. У меня теперь есть рарные волосы. Да, детка, да. Я хочу вот так вот. У меня такие зубья будут висеть. У меня, кстати, печальный здесь какой-то сет. Давайте поставим такие руки. Нет, фигня. Такие. Нет, фигня. Фигня. Вот. Да, вот видите, вот. Рар. Все. Все, ребята. В принципе, как-то так получилось. Очень рад. Буду стараться еще какие-то рецепты получить. Вот, опять же, заглянуть внутрь. Здесь. А, кстати, есть еще эссенции. И есть вот инструменты. Насчет этого прям ничего даже не могу рассказать, так как я ничего вполне об этом не знаю. Вот. Ну, как бы буду завершать вот свою такую часть. Может, конечно, это очень сильно затянулось для такой мелкой вообще вещи, но то, что я хотел, я показал, поделился эмоциями. Ну и как-то вот так вот. А с вами был Кемс 12. Были вы на канале, извиняюсь, заговариваюсь. Были вы на канале Палка-нагибалка. Подписывайтесь, ставьте лосики. Лось, вот один лось вверх, у вас рарка каждый раз будет выпадать. Прям вообще каждый раз. Вот. Я желаю всем удачи. Играйте в хорошие игры. Всем пока.